Новые правила обучения и сдачи экзаменов на водительские права сделали подготовку автомобилистов более качественной. Так считают представители ГИБДД и автошкол. Напомню, в ноябре вступило в силу постановление правительства о допуске к управлению транспортными средствами. Стало больше учебных часов, появились дополнительные занятия. Новая программа связана с тем, что добавились часы на обучение, связанное непосредственно также с обучением с прицепом на автодроме. Также разрешена езда вне населенного пункта, за пределами города и в темное время суток. Изменились и требования к автошколам. Чтобы учить по новым стандартам, им нужно пройти аккредитацию. В Краснодаре ее получили меньше 10 школ. Деятельность остальных приостановлена. Одно из первых заключений, которое позволяет работать по новым программам, выдали сети автошкол «Шанс ИС». Ее специалисты имеют многолетний опыт работы. Автопарк насчитывает больше 100 машин. Автошкола нравится, классно преподают теорию, как двигается регулировщик, какие знаки, с первой попытки все усваивается, с первого занятия. Понравился автодром. Наша автошкола старается идти в ногу со временем. В своей работе мы используем современные информационные технологии и мультимедийные пособия. Мы разработали новые видеоматериалы для подготовки водителей категории А и Б, соответствующие новым требованиям программ. Мы за активное участие учеников в процессе обучения и за индивидуальный подход к каждому. У нас 15 филиалов по городу. И мы будем рады видеть каждого ученика в нашей автошколе «Шанс ИС». Обучение по новым программам в автошколе уже прошли больше 1000 человек. Занятия ведутся по будням или выходным. Все подробности можно узнать на сайте, адрес которого на экране.